мальчиков, атмосфера счастья и гордости за свою страну. Эмоции переполняли всех. И тех, кто был на стадионе, и тех, кто смотрел трансляцию по телевидению. Всех сплотило единство победы, единство радости. И сегодня еще раз окунуться в эту атмосферу нам помогут те, в честь кого тогда, зимой 2014 года, звучал гимн Российской Федерации. Встречайте! Заслуженные мастера спорта, чемпионы России, серебряные чемпионы мира, олимпийские чемпионы в командном зачете, серебряные призеры Олимпийских игр в Сочи 2014, Ксения Столбова, Федор Климов. Получила из рук президента Российской Федерации. Итак, Ксения Столбова, Федор Климов. Thank you.
Российскую трибуну в катании есть такие спортсмены. Ксения Столбова.